Найс. До свидания, Абу. Ну что ты вытворяешь? Я разыгрался, родной. Как я его напинал в мячках? Преф и стрелял, как он забрал, у меня кентуха научился играть. Так, ребята, не видео играть, гонярик! Кто это? АВМ Спорт В2! Здорово всем, ребята, кентуха на проводе. И прямо сегодня я буду покупать скины, из которых меня замочат, но против меня ютуберы, а именно Абовин и Рикардо. Короче, правда, прожмите лайкосик, подпишитесь на мой канал. И да, будем играть в режиме эскалация. Я буду за одну команду, а ребята будут за противоположную. Поэтому мне полное ГГ. Пацаны, что дарить скинов нету? Не, конечно, ты ровно, откуда? Немного, если только. У Абовина М40 Monster Soundtrack. Адик ТХ. Карта Дюн. Ой, почему это габарова? Пресса я в кенту. Ладно, ребятки, расходимся по разным войсам. Так, ну что же, ребятки, а вот мы и зашли. Это у нас разминочка. Не надо, не надо. Погнали! Так, в первом раунде я беру G22, мы охраняем план Б. Блин, ребят, я надеюсь, они меня не заберут, потому что у них очень дорогие USP. Если у них USP, мне полная ГГшечка. Опа, USP Genesis. Реально, ты USP Genesis первого раунда? Да. Ему хана... Ханелла. Так, ребят, надеюсь, юспов нету? Юспов нету! А что будет, если я его с Молика заберу? Я сейчас ему хэдшотик дам, а потом Моликом добью. Он будет покупать Молик. Так, аккуратненько. Вот так, ребят, на сейве идем. Просто охраняем плентик Б. Нормально. Я помню. А, да, что? Я зашел, я нашел его! Лежать! Минус один. Найс. Нет, 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 нет! Рикардо идет! Да ну как? Ну подожди, не убивайте, не убивай, не убивай, не убивай, не убивай! Нет! Нет, у него другой USP! Ой, ты ну забрал красиво, ой, забрал кентуха. USP Мираж, Тотрек! Это только начало. Идемте покупать. Ну и первый наш скинчик, спасибо, братва. 6 косарей, дзинь. Какая халява. Ой, халява-то лютая. Так, что у нас дальше? О, дигу. Надо дигу взять, там как раз новая коллекция, он сейчас оценит. Блин, у меня недорогой дигл, к сожалению. Ой. Так, ребят, все, я больше сливаться не хочу, все. Пошутили и хватит, все, пацаны, поехали дальше тащить. Так, чекай, флешечка, прокидочка вверх и бежим за мной, плюс В. Давай, а ну давай. Все, ребят, вот я так сяду, как квочка на бомбочке, и буду сидеть. Хотя не, уже флешку кинули по мне. А, тут тоже флешки кидают. Это кентуха по-любому отвечает. Только вон флешки кидает. Я ж это вон кентуха. А, это не кентуха. Почему тут все бегают, тут все бегают, как кентуха, просто не останавливаются и стреляют. Так это твоя флешка, блядь. Я ж говорю, это вон кентуха. А, это не кентуха. Ну-ка, все бегают. О нет, Рикардо забрал кого-то. Я один остался. Мы 2-2 остались. Я думаю, есть шанс на победу. Есть. Забрали, забрали! Все, все. Я придумал, я буду сесть ждать их. Нет! Нет! Кентуха, ну басик! Походу, это сухая для кентухи слита. P350 ралли. Ну, ребят, это недорогой скин, поэтому погнали, конечно же, его покупать. Второй и второй скин рандомный P350. Спасибо. Спасибо. Все по-честному, пацаны, все по-честному. Блин, нету других скинов. У меня у меня кентухина пушечка арканочная, и хана ему получается. Где такое видано, чтобы Кент ПК проигрывал? Не, ребят, ну сейчас, вот сейчас прям собрались, и прям вот максимально, и погнали. Давайте я челу на голову сяду моему тиммейту. А, там кентуху спалили. Все, мал, пацаны, влетаем, 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 влетаем. Лежать! Минус Абовин! Найс, Абовина забрал! Да ё-моё, ну почему кентухе так везет? Ему просто везет, что меня этот чел закружил. Не-не-не. Кто это? Кто это? Рикардо! А, да блин, я подбирал твой дробовик. Надо... Да! Минус 2 дал! Надо в следующий раз за Т-сторону заходить, чтобы у кентухи больше людей было в команде. Кстати, да, тоже вариант. Чел, ты что делаешь? Минус 3! Я пытался подобрать твой дробовик, потому что он подороже, чем мой, блин. Папа в здании минус 3 дал, и даже ничего не надо покупать. Так, вал аркана. А у меня эмочка топовая. Так, в этом раунде я беру АКР и ХАЕшечку. Все, пацаны, погнали тащить! Что-то пока что дорогие скинчики не попадаются, блин. Надо АВИК ТХ ждать или М40 Монстр. ХАЕшечку, да, ХАЕшку по арбу кидаю. Тут Абовин. Нет, 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 нет! Их кентуху забрали. А, его убил кто-то из
из наших. КГшка, друзья, КГшка. М41. Меня замочили без скина, а это знаете, что означает? Что мы идем покупать рандомный скин! Братва, рандомная рарочка. Сюда на базу, 24 голды. Да не, ну что это? Вот, пойдем, мужики. Еще только половина видео. Рандомный кейсик. Ладно, давай, рандомный кейсик, все уже надоели, все. Миллион какой ты открываешь. Ты же, Боми, давай не выделывайся, это мое видео или еще. Все, братва, идемте дальше. Ооо, у меня ММ-ка паладин. Ну, короче, ребят, как я понимаю, если я играть не буду, никто в моей команде играть тоже не будет. Поэтому, ребята, прямо сейчас... А, нас вообще двое! А, там стрекит духу кинул, пацанчик просто вышел посреди катки. Это же нереально затащить, вы что, на приколе? А-а-а! Ха-ха-ха, я еще 754 съел. Так, надо найти просто кента, надо найти кента. Не, ну это полный фиаско, не? О, он должен быть на миду где-то. Нет, нет, нет! М41 паладин Рикардо, да ты надоел! Давай, залетай за ним, залетай за ним. Забрал, забрал, забрал! Найс! Это Рабелла, почему? Почему мой тиммейт ливнул? Чел, ты был мне как брат. Сколько? Рикардик, ты что делаешь? Здоров, лишь, это еще вкуснейший скинчик. Буквально здоровье играет. Идемте в игру. Так, ребят, в этом раунде я возьму АВМ. Я понимаю, вы сейчас скажете, нет, пока ты что там совсем сумасшедший? Я сумасшедший? Куда ты флешку кидаешь? Не, Дорк, у меня М... Как его, вот это вот АВМ-ка, которая спорт, АВМ-ка спорт. Давай, закупай, на 2000 точно стоит, я помню. Так, нужно снова найти обойну. Он на... Вот тут обойну, нужно найти кента. Так, ну что, погнали. Лежать, минус Рикардо, найс! Ноу, кентуха, на! Походу, мы еще выиграем, кто остался? Остался Бовин. Нет, нет, Абоба! Блин, какая позиция, особенно... Показал перед сливом. Ты видео еще 360 сделал, чтобы он офигел и потерялся. Хорош. Блин, М4 Bubblegum. Ну что самое главное, мы победили. Ну идемте покупать М4 Bubblegum, Габелла. А Бовин, спасибо за дно, что это не статрек. Спасибо, брат, спасибо. Но все равно, брат. Так, ну я спасик беру. О, у меня есть еще мечка прикольная, 4000 голды, по-моему, стоит. Блин, ребят, честно говоря, я ненавижу эту рубрику, поэтому я ее редко снимаю. Потому что по каждый раз, когда я ее снимаю, я трачу всю мою голдишку. Еще мне подаются такие тиммейт-руинеры. Когда к кентухе зайдет тиммейт новый, а то что-то вдвоем они не справляются. О, зашел с нуля до ножа. Нормально. Хорошо. Ну куда? Ну во! Ну куда? М4 на дуре! Воу! Кентушка! Лего покупать! Да дайте мне нормально поиграть! Игра только начинается! Я уже скины иду покупать! Ну полная фиаско! Прошло пока 5 минут, я уже пол инвентаря потратил! Ребята, еще один М4. Спасибо, Рикардо, спасибо, брат, спасибо! Обнял, приподнял! Спасибо! Надо нам тоже за тест-уарну, у нас там побольше скинчиков, я уверен. У меня чек, и чё? Где мой скин? А, вот он скин. У меня скин, я думаю, пропал. Это Габелла полная. Все, ребят, 5-2 собрались. Давайте. О, нас опять трое. Надеюсь, это чел кибер. Брат, я надеюсь, ты кибер, правильно? Даже в чате. Блин, я почти авиком забрал, ноускопом. А это не кентухом? Что, никого нет или мне кажется? О, имба, смотрите, где я. Вижу. Сейчас в прыжке дам с ноускопа. Блин, забрали. А где кентуха? Где кентуха? Я не знаю. Я остался один. Я сливаться не хочу. Так, ладно, дефы по фастику прикрой. Они дефюзят. Так, дефы. Лежать, минус Рикардо. Вон там, убивай. Ну, ладно, ребята, зато я ничего не покупаю. Дал килл и ничего не покупаю. О, у меня калаш, что у меня за калаш? Ой, неплохой калашек. Блин, ну, как он знал, что у меня авик? Он, походу, весь раунд прятался, чтобы от моего авика спастись, я не знаю. Походу, я уже 6 скинов купил. О, это полная Габелла. Найс. Ну куда, Рик? Опять М4К и статрек! Сыпочки за 4000 голды! Мама дорогая, как в это играть? Почему я такой нубасос? Идемте покупать! Кентуха, откуда у тебя, брат, такая голда для таких видео, Алембу? В смысле, откуда, брат? Я не слышал про булдропчик! Не слышал? Сейчас расскажу. Булдропчик это топовый дропчик. Нужны дорогие скинчики, залетай на булдропчик. Тем более там новая коллекция кассиков. Тем более, братик, там новый ивент. Знаешь, какой скибидишки? Ты фармишь скибидишки и меняешь их бесплатно на топовые арканы! А сверху на башку ты видишь два секретных слова. По-первых,
ты получаешь дополнительный процентик, а по второму бесплатный сундучок. Все нужные ссылочки в описании, а мы идем дальше. Как же хорошо, что это был не статрек Рикардо. Покупаем, зынь! Блин, на 9к осталось это фиаско. Ладно, калашек еще раз беру, надо бы его с моего. Дай мне его, я тоже хочу его познать. Да, рофль, что ли, пожалуйста. Как говорится, разорить немного. Да берите, разоряйте на здоровье, конечно же. Так, ладно, ребят, все, сейчас настало время выиграть. Ребята, счет 7-2. Я могу вам сказать только одно. Хэштег Абелла. Не, пацаны, уйдите! А, тут близко. Нет, я не успел. Фух, нормально, забрались. Два, родой, забрались! Нафига тут чего лагает, ладно. Остался скин последний. Байчу. Минус. Да! А, он на префе забрал, нифига, он псих. Минус 93! Ультанул просто. Папа тут! Да! Фух, ребята, счет 7-3. Сливаться нельзя. Ни в коем случае. Не, ну только не проигрыш. Ну я умоляю, ну пожалуйста, только не проигрыш. А, что за псих тут пушит? Куда? А-а-а! Забрал Бовина. Да ё-мо, кентуха бессмертный просто. У него АМ-ка и офтайгер. Что за псих? Да блин, там кентики, еще какие-то броненосцы. Нет! Меня замочили М4 без скина. А это означает, что я покупаю рандомный скин без скина. Вперед покупать! Рандомная эмочка. Спасибо тиммейтам, спасибо вашим тиммейтам. Фух, 95 голодишки. А между прочим, могла выпасть эмочка паладин статрек. Ну а вот мы, ребята, в каточке номер 2. Есть один небольшой нюанс. То, что нас пока что всего лишь Ну что же, ребятки, а вот мы и поменялись сторонами. Теперь я играю за сторону КТ, они играют за сторону Т. Все, ребятки, пожелайте мне удачи, это однозначно будет потненная каточка. Я не знаю почему, я привык играть в таких видео, но я волнуюсь, пацаны. Там кто-то был. Это Боба, это Бовин. Ой, а Бовин, тебе не поздоровится, иди сюда, иди ко мне, мой пупсик. Забрал. Черт, но стинг! Кентуху на ножичек взял. Хорош, на новый нож, что ли? Че, псих, что ли? Это фиаско, пацаны. Идемте покупать рандомный нож, потому что это нож спаса. Рандомный нож, Абовин, ты что творишь? Родной, ты мой. Ты адекватный? Полтора костыря. Так вот бывает, когда ты этот злишь братву. Злишь братву. Давайте обратно в игру, ребят. Моя СМК осталась нищей. Блин, мне вообще вся катка не сдалась. Я отвечаю, не знаю, я обычно играю лучше. Просто что-то как-то нервы шалят. Это Абелла, сливать нельзя. Голды уже нету! Блин, я не знаю, сколько вы стоите, ребята, но надеюсь, не очень дорого, и кентуха не сильно разорится. Все, пацаны, собрались, поехали. Тише. Кто там? Отстань ты! Это же дорого. Ладно, ничего. Что? Дигл, Абовин, я еще играть не успел! Кентуху на дигл! Кто за дигл у тебя, мужик? Аркана из новой коллекции. Идемте покупать теперь еще один дигл. Эх, как я люблю эту игру. Как же мне повезло! Абовин, это прикольно. Теперь рандомный дигл. Ты можешь как-то остановиться или как? И мне выпадает. Давай за такое хамелеончик. Блин, братва, я не знаю, это полный фиаско. Я тупо нищий. Даже тут выпала рарка. Я тупо неудачник. Ладно, ребят, надеюсь, больше сливаться не буду. Вперед в каточку. Опа, чека, что есть? Иди сюда, посмотри назад. М40 монстр! Так, ребята, поехали играть дальше. А почему нас трое? Нас же должно быть четверо. О, нет, это фиаско. Все, пацаны, собрались, надо играть. Ну, блин, ну что это за игра? Два раунда слил уже. И как будто на пасос какой-то. Я тебе даю подсадку тут. Давай. Так, никого. Тёмка. Ай, блин, я не успел нас... Тёмка. Ай, блин, я не успел нас... А ты чё не спину не чекал? Так дед чекал, сказал, как сразу увидел. И тут пластовый. Все, лежать и дефьюзим. Все, ребята, легчайше. Первый раунд за нами. Наказали малышей. Он специально этот режим выбрал, чтобы не выпадала М40 монстр, чтобы мы ее сами не покупали постоянно. Да, один раз повезло, выпал нормальной пушкой на тебя. О, у меня даже есть молик. Сейчас мы обоины Рика накажем. Сейчас мы этим нубасусикам, пацаны, покажем, где раки зимуют. Поехали. А то я слышал, там обоин 740 прыгал. Все, пацаны, нас четверо, поэтому сейчас точно затащим. На КТ никого. Меду никого. Тёмка и... Рикардик! Да как? Нет, как? О, минус 2. Остался Боба, да? Ой, как же я разношу ваншотиками. Вантап. Блин, это кентуха. Нет! Минус 3 дал, эйс! Ох,
пацаны, я уже испугался, думал, солью. Да лейся, ура! Хотя бы один раунд можно ничего не покупать и немножко выдохнуть, расслабиться. Кентуха, за КТ себя чувствует лучше, чем в прошлый раз за Т сторону. Фух, ребят, ну это, конечно, полное было. Это 8-8, я понимаю, это полное безумие. Я буду играть с Савиком, ну, а почему бы и нет? Эх, это план Б. Ух ты! А кто это у нас там? Кто так такую пиксель использует? А, Боба, ну куда ты идешь? Щеназис! Ай, блин, я думал, он не попадет в пиксели. Он с КТ идет в кинтуха. Да я знаю. Да ну как? Найс! Минус 99! Ё-моё, ГГ, братанчику, ГГ, забери кинтуху хотя бы. Нет! Чел, нет! А он кентуху забрал. Без скина. А, так спецназ победил, они раздефали. Ё-моё, меня замочил NPC с их командой. Ладно, ребят, погнали покупать рандомный вал. Рандомный вал! Ох, ребята, я чувствую с каким-то полным нубом. За 3 стрелдишки. Ну, понятно, как обычно, конечно, мне самый дорогой попадается. Я симпень. Погнали в игру. Так, пацаны, еще 3-2. У нас ливнул тиммейт по имени Абобус. Абобус ливнул в тельте. А, ну у меня есть, короче, смотрите, у меня есть АКР Некромансер с Атреки. Сейчас наделаем грязючечки. Найсик. Не, ну красиво. О, нифига у них там. На, хорошо-то как. А, что? Как? Он не в голову? А, ну это пинг. У меня пинг тут 300, друзья. Пинг 300. Ну и давайте выносим бомбину. Я думаю, это будет изи-каточка. Ну, а в двоих попал, ты видел? Хотя нет, у меня 33 хп, чел, отстань! А бомин! Ой, хорошо-то как, ребята! Блин, так кентуха, он в поинту, я так хорошо в двоих хаешкой попал, сейчас бы двоих забрал, одним зажимом. Начало залетать, начало залетать! Ура, ура, я ничего не купил, ура! Блин, ну давайте с обычной мочкой сыграем. Так, ребятки, плент А. Так, калашек взял, блин, не выпадает ни авика ТХ, ни М40, как назло. Не, у меня тут калашек жесткий, так что, класс. Думаю, кентух еще понравится. Давай, я тебе флешку кидаю, под флешечку выходи. Так, брата, выйдите первые. Я у мамы один, поняли? Ты спам? О, тут ты спан. Опа, на! Да ну как? О, минус 2 дал! Да Кент, он просто расслой. О, еще и тебя забрал. Я понял, тактика кентухи это пускать тиммейтов, чтобы они отвлекали, а мы будем этот. Братик! Лежать, лежать, родной. Ну лежать, ну. Дай мне раз дефьюзить. Какой послушный тиммейт. Не, ну ребят, ну с кайфом закрываем этих молодых. Так, ну что, в этом раунде я беру АВМ. А, мы сливаем еще. Блин, ГГшка. Ребят, я взял авик имгабелла, вы сами знаете. Бросай киберспортивную флешечку. Ну, найс. До свидания, Боба. Ну, что ты вытворяешь? Я разыгрался, родной. Как я его напинал в ящиках? Префи стрелял, как он забрал, у меня кентуха научился играть. Сейчас даю жесткий ноузум, чекайте. Ладно, я немножко переоценил свои возможности. Так, берем М4 и вперед. Ребята, запомните, мы все команды, тим, собрались. И давайте накажем этих ботиков. Я знаю, мы сможем это сделать. Ладно, надо бежать на плюс В, чтобы его по фастику забирать. Кстати, да, реально. Мне нравится, как мы тиммейты сразу, как только начинается катка, выбрасывают все флешки, хаешки. О, Боба! Второй. Успел кинуть. Я кентуху забрал жестоко. Реально? Хорош, хорош. Ребята, ну получается, плюс вал. Опять вал! Фух, хотя бы не статрек. Вперед покупать вал. И в этом случае мы открываем хамелеон кастик. Ну это я так, ребят, запасной открываю. И мне выпадает М40. А бой, ты подкрутил. О, авик. Мне дали авик. Все, ребята, ГГВП сейчас затащим. Блин, опять одни валы и АКР. Что за фигня? У тебя так же, что ли? У меня АКР 12 или спас. Но я взял долберетики, так что... Надо. Но Савик я по-любому должен раздать хорошо. Рикардик, до свидания. А, так он тут, он чекает, он просто чекает. Я не знаю, почему он чекает. Почему он чекает? Он на фонтане. А Боба! Опять ты! АКР Фабрик что? Да как этот обови надоел? Опа, а я уже забрал его. Не, ребят, мне ж плохо уже от этого обобы. Идемте опять покупать! Я нищий, у меня же нету голдишки покупать все это. Это полная фиаско. АКР Фабрик Штурм. А Боба! Ой, ну я с наклеечками куплю. С наклеечкой 860, дзынь. Ребята, это полная фиаско. Я опять нищий, я Белла. По расстрелам попаду или нет? Не, походу нереально. Аккуратненько, ребят, не топаем, не делаем ни единого шажочка. Так, они с вангай идут. Не палимся. Ха-ха-ха! Жестко-то как! Мне Белла.
Забрал уже столько, кентуха остался. Кентуху дайте мне, дайте мне кентуху. Нет, Рик, как Эрникромансер Статрек. Но ты с чего его забрал? А Кирчик не кармансер Сатрики. Идемте в очередной раз. Тратить мою голду! Рикардо, ты нормальный? Ты не можешь этот скин подешевле? А Керник Романсер еще и Сатрик! Стой, вон за... На одну голду дороже. Давай, 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 с наклеечками. 4 наклейки, дзынь! Да, у меня тут тиммейты меняются эмками, ну зашибись. Всем, пацаны, хорошо играете. Ребят, сейчас надо запотеть, Просто, оп, походу мы еще выиграем. Жестко забрал. Твою налево, Абомин, опять ты! Опять Фабрик Шторм! Это полный фиаско! Я нищий, у меня 3700 на палике! Вы понимаете, что это означает? Это означает хэштег Кентбот. Ладно, ребят, надо и мне собраться, то что-то я так хорошо начал. И сейчас так себе КД порчу. Все, собрались! Ну, походу, последний раунд. Нужно, конечно, разорить, попытаться его максимально на последнем раунде. У меня снова Керник Ромайсон. Неплохо, кстати, неплохо. Я вантапами хотел забрать Влада. О, мои тиммейты играют. За что? Влад, за что? Чел, просто тихо. Откуда информейшн, дорогулечка? Мы затащили? Моя команда справилась даже без меня. Ребята, я вам всем даю пятюню. Красавчик, красавчик, и ты красавчик. Блин. О, у меня есть из новой коллекции вот этот АКРчик. Статрековский. Статрек. А, ну Статрек 200 голды. Поехали, пацаны, поехали, ребята. Всех разорял чекай. О, Бенк обычно за одну секунду. А, я остался один. А, нет, с моим тиммейтом. Нет, нет, нет. Да, ну, кентуха, ну, ё-моё. Найс, минус 3. Их двое один. О, блин, я думал, он не прошел. Кто это? Кто это остался их тиммейт толстовый? Раз, два, три, работаем. Нет, 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 да! Ой, кентуха чуть не слился. Хоть что? Где, 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 где? Успели, нет? Давай, давай, прошу, успей! Ой, еще Пуэн далеко заложен, он сейчас этот не успеет. Успей, нет, успей! Да! Не успевает, а дефузат-то забыл кентухом. Эта рубрика наконец-таки закончилась! Поэтому, ребята, если вам понравилось это видео, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Также давайте в комментариях хэштег Абоминный Рик, вы говнючелы! Еще мне скин выпал, чекайте. Ребятки, подпишитесь на мой канал, напишите любой хороший комментарий. Не забудьте подписаться на мой ТГ и на мой Твич. Ссылочки в описании, всем удачи, всем пока-пока.